Бисероплетение стало любимым делом жизни мастерицы из Ядринского района. Виктория Иванова плетет чувашские национальные головные уборы из чешского бисера. Ценители ее творчества заказывают у нее украшения, будучи даже в тысячах километров от рукодельницы. С талантливой девушкой познакомилась наша съемочная группа. Плести из бисера Виктория Иванова начала уже будучи взрослой. В детстве интереса к рукоделию не испытывала, но после замужества, попав в творческую семью, тоже захотелось как-то проявить себя и выбрала бисероплетение. Поначалу на создание тухьи или хушпу у нее уходило до 2 недель, но позже хобби поглотило все ее свободное время. И теперь с той же задачей она справляется в 2 раза быстрее. Очень сильный был интерес, когда начинала. Хотелось, чтобы скорее-скорее вырисовывался рисунок на бисере, на вышивке. Вот я сидела по ночам до 2-3 часов ночи, конечно, да, и такое тоже было. Утром просыпаешься, опять сразу за бисер. Как чуть-чуть время появляется, опять за бисер. Процесс бисероплетения, помимо того, что тренирует мелкую моторику, помогает девушке расслабиться и отвлечься от бытовых проблем. При этом главным ценителем творчества Виктории остается супруг, и она всегда прислушивается к мнению любимого. Свой вклад в работу вносит и свекровь девушки, она тоже поддерживает ее увлечение. Оцениваем положительно, очень даже. Любим ее работы, помогаем, в чем можем. Хотелось бы, она больше еще узнавала, еще больше работ у нее было. Для создания головных уборов Виктория в основном использует чешский бисер, чтобы все выглядело качественно, а узоры были ровные. Свои работы мастерица продает в интернете, отправляет их покупателям даже на север страны. Национальными головными уборами рукодельница украсила внешний вид всего коллектива народного ансамбля «Верьял». В планах у девушки сейчас научиться вышивать чувашские узоры и устроить собственную выставку работ. Дарья Петрова, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.